21 апреля в 6-м микрорайоне города Видное состоялось торжественное мероприятие по закладке памятной капсулы в основание новой строящейся школы. Любите свой город, свою страну, приумножайте ее богатство, делайте ее красивее и лучше. Эти слова были обращены к потомкам, рассказывает наш корреспондент Людмила Медведева. Для новой школы в 6-м микрорайоне Завидное отведена территория площадью в 3 гектара. Строительство ее ведет компания «Мортон». Хочу сказать, что компания «Мортон» для нас очень комфортный инвестор, четко исполняющий свои обязательства. И убежден, что сдача школы состоится в намеченный срок. Срок сдачи этой школы на 1000 учащихся намечен на 2015 год. Согласно проекту, в ней предусмотрено 40 учебных кабинетов, актовый зал на 600 мест, спортивные залы и многое другое, что необходимо для обучения и воспитания детей. По инвестиционному контракту с администрацией Ленинского района мы должны не просто построить школу, но и полностью ее обеспечить. То есть то оборудование, которое будет в школе, мы поставим за свой счет. И каким оно должно быть, мы согласуем с Ленинским районом, с администрацией Ленинского района. Будет составлено техническое задание, какой класс, чем должен оборудовать. Школа, которая строится, является одной из больших школ. Количество учебных учреждений, которые строятся в Ленинском районе, мы по праву являемся лидерами в Московской области. Это можно говорить о том, что позиции лидерства, о которых говорит губернатор, мы в районе воспринимаем буквально. В 6-м микрорайоне Завидное построен и готовится к вводу в эксплуатацию и новый детский сад. К 1 июня этот детский сад строители сдадут. Соответственно, 1 сентября мы начнем принимать здесь деток. Садик интересный не только по своему проекту, но по оформлению. И 230 деток, то есть такова проектная мощность. В общем, с 1 сентября будут посещать данное дошкольное учреждение. Строительство нового общеобразовательного учреждения в 6-м микрорайоне – очередной шаг создания необходимой социальной инфраструктуры в городе. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.